श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंद समन्वितम श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम श्री नंदनंदन वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपीजन समयुक्त बिंदवन मनोहर वाशाकुश्च कृपा सिंधु पतितान पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधव वृंदावई तुलसीदेव वै पिया वै केशव सच कृष्णभक्तिपदे देवी सत्वत्वी नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदावई तुलसीदेव वै पिया वै केशव सच कृष्णभक्तिपदे देवी सत्वत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरन् धेयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तेथास्पदं शिव विरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनुतपालभवद्विपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजितकमपि गवोवधू शिवदर्शि पूर्णानुरागरसागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे अजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षौ भीषाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पादपंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवाम भागम नारायणो प्रियमनंगो मदापहारम वाराणसीपुरपति भजभीषणहतम वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संविहित त्वं निशिंगमहं भजे हरे कृष्ण
Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare, Hare. Bhakti yogena manasi panihitya amale apashyat purusham. Bhakti yogena manasi panihitya amale apashyat purusham mayancha tadapasrayam. Jaya sanmahitam jivaha. Tigunatmagam paro upi manuti anartham tatkitan chavi paddhati. Gaudiya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Shishila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupad Парамахамса Джагадгуру сказал, если вы не приняли такое решение избегать сатсангу, если вы не приняли такое решение, не взяли такой обет, тогда вы нет никаких гарантий. Вам нужно принять такое решение, избегать асатсангу. Невозможно совершать параллельно и сатсангу, и асатсангу. Это невозможно, так не разрешено. Гаудия Гоштхипати Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, если вы не приняли такой обет избегать асатсангу в вашей жизни, тогда в таком случае нет никаких гарантий, что вам получится совершать сатсангу. Прабхупада говорит, сатсанга и асатсанга не могут идти параллельно. Я бы сказал, что практически невозможно избежать асатсанга. Я с вами согласен. Это на самом деле невозможно избежать асатсанга. Никто не может заявить, что он может избавиться от влияния майи. Даже Шанкар Бхагаван, кто является Камджаим, Ритюджаим, победил Каму, смерть, но он не может бросить вызов майи. По крайней мере, он не бросает вызов майи, потому что он знает, кто она такая. И в любой момент майя деви может вас пнуть. В любой момент. Вот почему Шрила Прабхупада постоянно говорил, все мы, обусловленные души, мы являемся представителями Кала Кришнадаса. Кала Кришнадас отправился в путешествие вместе с Махапрабху, в путешествие по югу Индии. Он был с Чайтанья Махапрабху, с самим Чайтанья Махапрабху, с Верховным Господом, путешествовали по Южной Индии. Нитянанда Прабху попросил Махапрабху, возьми, пожалуйста, с собой этого парня, он молодец. Но, тем не менее, мы видим, что случились проблемы. Кала Кришнадас упал. Упал. У нас нет причин чувствовать себя высокомерно, я какой-то замечательный саду большой, мойте мои лотосные стопы. Те, кто победили майю, что находится вне влияния майи, вы не можете себе даже представить такого. Те, кто уже освободились от майи, они могут пасть. Да. Дживан Мукта. При жизни кто-то может освободиться от влияния майи. Тем не менее, есть такая возможность для этой души пасть. Если эта освободившая душа будет совершать оскорбление, лотосный стоп гуру Вайшнава, она падет непременно. Освободиться от майи не значит достигнуть успеха. Глупцы считают так. Я освободился от майи. Все, значит, сделано. Я добился успеха. И у меня нет проблем. Но не танцуйте от счастья.
Потому что освободиться от майя означает всего лишь начать. Для вас это старт. Вы можете начать баджан, можете, конечно же, и не начать его. То есть освободиться от майя – это основа. Это ничего такого особенного. Вам нужно сначала освободиться от майя, и потом вас примут в детский сад, и дальше вы пойдете в школу и так далее. Все танцуют, йоги, гьяни. Иногда они освобождаются от майя, но после чего иллюзорная энергия Господа их поглощает, и они падают. Я согласен с вами. Это практически невозможно освободиться от майи. Не невозможно, практически невозможно. Это возможно, потому что если бы это было невозможным, тогда бы мы потеряли всю надежду. Как мы можем совершать баджан? Никто не может освободиться даже от майи. Зачем тогда столько энергии вкладывать? Нет, нет, это возможно. Вот почему мы пытаемся. Это абсолютно возможно, но только в том случае, когда мы полностью находимся в линии нашей гуруварги. А если мы в анугате, если нет анугати, тогда это невозможно. Вы можете демонстрировать анугатию лотосным стопам падшей души и в тот же самый момент, в то же самое время вы можете изображать из себя предавшуюся душу вайшнаву, чистому вайшнаву, но Бхагаван все знает, он понимает, что вы капат, что вы лицемер. Быть слабым — это не проблема. У кого-то могут быть столько много дефектов — не проблема, но не должно быть лицемерия. Мы можем насчитывать бесконечное число разных слабостей, но самое главное — это не быть лицемерами. Потому что, когда кто-то лицемер, Бхагаван этого не может стерпеть, не может этого простить. Все другие проблемы и наша слабость, она будет, это все будет прощено. Бхагаван — это не какой-то там дракон, который только и ждет момента, чтобы нас наказать, а мы должны его бояться. Бхагаван настолько милостив, настолько он любвеобилен и милостивый, сладостный, любвеобильный. Если у вас представится такая возможность увидеть мизинец Бхагавана, ваши глаза не смогут оторваться от него. Если у вас когда-то получится увидеть лотосные стопы Бхагавана, вы даже не сможете сдвинуться с места. Но у вас нет никаких представлений о Бхагаване. О, наверное, Бхагаван более красив, чем я. Ну, что же это такое? Я вообще не красив нисколько. Я грязен, осквернен. Если я вскрою свое сердце, я увижу, что там только проказа. Если я смогу вылечить свое сердце, тогда я смогу увидеть Бхагавана. Но только после того, как я вылечусь. И единственный способ вылечиться — это садусанга. Нету других способов, это единственный способ. С помощью садусанги вы можете вылечить все ваши болезни. И вы сможете осознать вашу сварупу, дживера сварупа гой, нитья кришнер дас. Для начала вы поймете эту истину, после чего встанет вопрос о служении и так далее. Единственная ваша обязанность — это совершать кришна-баджан. Нет никаких других обязанностей. Несмотря на то, что майя, деви, вам снабжает вас столькими обязанностями, ты должен сделать это, ты должен сделать то, но на самом деле у вас нет никаких обязанностей.
кроме той одной обязанности Харибаджана. Но вы видите, что вы семьянин, что вы гражданин страны какой-то, и вы думаете, в соответствии с вашими предыдущими самскарами, что вам нужно делать это, то... Но на самом деле единственная ваша ответственность это совершать харибаджан. Вы видите, что у вас столько много всяких дел, столько много разных титулов и званий, но это все только благодаря Майя Деви. Майя Деви вас просто связывает. Если вы только увидите, как вас Майя Деви связывает, это своего рода фильм ужасов. Вы думаете, я свободен, я не вижу никаких цепей и так далее. Я могу спокойно, свободно перемещаться из одного места в другое место. Нет, вы не свободны, вы настолько связаны, вы находитесь в тюрьме, но вы даже этого не понимаете. Даже капатсаду, как я, даже они связаны цепями Майи. Оковы Майи, вы их не видите. Кто-то может быть связан золотыми оковами, а кто-то другой может быть связан оковами серебряными, а кто-то, может быть, кто живет семейной жизнью, у него оковы железные. Чьи-то оковы могут быть очень дорогими, золотыми, но они остаются оковами. Золотые оковы не значит, что кто-то освобожден. Если вы хотите привязать птичку, заковать цепями золотыми, птичке будет больно. И если вы ее захотите заковать железными цепями, то ей также будет больно. И платиновые цепи, железные цепи, золотые цепи, все одно и то же. Какие-то цепи могут быть подороже, но эффект один и тот же. Внешне те, кто в золотых цепях, например, саду, те, которые не освобождены от оков Майи, то есть они получают их все, предлагают им свое почтение, то есть они наслаждаются вот таким образом. Ум, он никогда не может быть свободен. Если вы возьмете стеклянный шар, поместите его в лабораторию и попробуйте создать вакуум в этом стеклянном шаре, вы, может быть, сможете использовать какое-то специальное устройство. И это шар стеклянный, он изготовлен специально таким образом, чтобы стекло не разбилось из-за давления внешнего, потому что когда вы удаляете воздух, внешнее давление может разбить сосуд. Но, в общем, если вы будете очень сильно стараться, вы не сможете добиться 100% вакуума. Вы сможете удалить воздух из шара, но не на 100%. И точно так же наш ум никогда не может освободиться от мыслей. Вы можете попробовать, вы можете... Чем больше вы будете сражаться с вашим умом, тем больше шансов у вас провалиться. Чем больше вы будете стараться побороть Майю, тем более вероятнее, что вы проиграете. Майя, она настолько опасна, с ней нельзя сражаться. Вы проиграете. Есть особая техника. В последующие дни я вам буду о ней рассказывать и буду также читать Бхагаватам. То есть, что нужно делать? И процесс, он точно такой же. Нужно совершать садусангу. И я не имею в виду, что под предлогом садусангу
вы хотите совершать асад-сангу, потому что у вас есть какие-то материальные интересы. Или, например, вы приходите как шпионы, вы хотите узнать подробности и что-то кому-то их рассказать. Но в таком случае, если вы приходите с таким настроением, у вас не получится получить абсолютного блага. Анугатия – это линия, одна прямая линия. Анугатия значит, что я не могу ходить туда и сюда. Много раз я вам уже объяснял, что гаудии, они зависят от экаян паддати. Гаудии, они всегда зависят от экаян паддати, не бахубаян паддати. Экаян значит, что нам следует следовать, мы должны следовать нашему гурупад падме без какого-то лицемерия. Не так, чтобы мы внешне что-то там показываем, спектакль какой-то, но на самом деле мы хотим призвания, положения, уважения и так далее. Таким образом, мы никогда не достигнем успеха. И это основная проблема. Ум, он чанчал, он неспокоен, нестабильный. И мы можем пробовать, мы можем усердно стараться взять под контроль ум, но у нас никогда не получится это сделать. Поэтому Бхагаван, он организовывает все вот эти враты, Пурушотам врата, Икадаши врата, Джана, Джанмаштами, Карти, Крадаштами, Икадаши, Двадаши, Пурушотам, Чатурмаси. Бхагаван, сам Бхагаван, он снисходит в форме чатурмаси, врата, картик врата и так далее. Бхагаван, он сам себя являет посредством этих врат, для того, чтобы помочь нам контролировать наш ум. И это все должно совершаться под руководством Гуру Вайшнавов. В Бхагаватаме мы можем найти столько много шлок, где мы можем понять, что личными, индивидуальными усилиями мы никогда не достигнем никакого результата. Ум никогда не может освободиться от мыслей. Может. И что надо делать, если это невозможно? Вам нужно будет сделать одну вещь. Вам нужно стараться удалить всю материю, материальные какие-то вещи, и поместить в ваш ум духовные вещи. То есть нужно просто произвести некую трансформацию. Вы можете заменить материальные мысли чистыми мыслями. Когда у вас есть грязная вода, вы можете ее вылить и наполнить сосуд чистой водой. Вам никогда не получится освободить ваш ум от мыслей, но вы можете попробовать заменить грязные мысли чистыми мыслями. И что это? Гуру, Вайшнав, Бхагаван, мысли о Гуру, Вайшнавах, Бхагаване, Даме, Наме и так далее. Таким образом, вы можете пытаться пробовать заменить мысли. Не существует других способов. Я начал со шлоки, помните? Это шлока о Вьясадеве Госвами. О нашем Адигуру. Написано о Вьясадеве Госвами. После того, как Вьясадева Госвами получил наставление Нараджи Махараджа, его гуру, он начал концентрировать свой ум на лотосных стопах Бхагавана. Его сердце очистилось посредством чистых мыслей.
после чего он смог увидеть лотосные стопы Бхагавана. И после чего, что он увидел? Он увидел, что позади Бхагавана находилась Майя-деви. Майя-деви стояла сзади Бхагавана с опущенной головой. Майя-деви, она думает таким образом: Бхагаван дал мне вот это вот служение, наказывать падшие души, помещать их в тюрьму и так далее. Вот почему Майя-деви, она стесняется, опускает свою голову. То есть Майя-деви таким образом стоит позади Бхагавана. На самом деле, это невозможно увидеть красоту лотосных стоп Гурупад Падмы. И тогда что уже говорить о красоте лотосных стоп Бхагавана? Это невозможно увидеть красоту лотосных стоп Гуру Вайшнав. Это невозможно. И тогда что уже и сказать по поводу Бхагавана? Поэтому Прабхупада сказал: когда Бхактинот Такур наставил меня, дал мне такой совет, ты можешь принять прибежище в лотосный стоп Горки Шордас Бабаджи Махараджа. Мы знаем, что Бхактинот Такур мог очень легко, спокойно дать дикшу Прабхупаде, но тем не менее он дал такое наставление Прабхупаде: прими прибежище у Горки Шордас Бабаджи Махарадж. Но Горки Шордас Бабаджи Махарадж, он не принимал учеников. И тогда 17 раз Прабхупада к нему обращался. В один день Прабхупада к нему подошел, спросил дикшу, а Горки Шордас Бабаджи Махарадж сказал: окей, хорошо, я подумаю. И в следующий раз он сказал: окей, я спрошу Гора Нитая. И в следующий раз он ему сказал: ой, я забыл спросить. И, в общем, таким образом Горки Шордас Бабаджи Махарадж водил его за нос 17 раз. И когда Прабхупада к нему обратился в последний раз, он расплакался, сказал: ты поклоняешься Кришне, и Кришна, он обманщик, он самый великий обманщик, и ты у него научился. Мне не нужна твоя крипа, ты не давай мне крипу, я тогда брошусь в Гангу. И тогда Горки Шордас Бабаджи Махарадж позвал его: нет, нет, подойди ко мне, я дам тебе инициацию. Мы думаем, что инициация — это какая-то дешевка. Окей, я инициирован, но это не шутки. Вы не получили дивья-гьяну, и когда вы не получаете дивья-гьяну, то это не дикша. Как я могу сказать, что вы получили инициацию? Поэтому Прабхупада дикшу. Прабхупада сказал: когда я отправился увидеть лотосные стопы моего Гурупад Падмы в первый раз, я отправился в Сананда Сукада Кунджу для того, чтобы посмотреть на красоту лотосных стоп моего Гурупад Падмы, и он решил меня проигнорировать. Он решил меня проигнорировать, как будто бы я был ничем, и на самом деле я ничто. И Прабхупада сказал: Гурупад Падма хотел доказать мне, что все мое образование, мой разум, мое происхождение в аристократической семье и все мое образование, все это абсолютно не важно, все это приравнивается к испражнениям. Он мне хотел доказать, что я абсолютно ничто. Он решил меня игнорировать. И это главный момент. То есть, что делают гуру вайшнавы? Когда вы обращаетесь к гуру вайшнавам, их обязанность — это пнуть вас. И таким образом они хотят разбить
ваше ложное эго. И после того, как все ваши заблуждения будут уничтожены, когда вы поймете, когда вы осознаете, о, я абсолютно беспомощен, что же мне делать, тогда в том случае Гуру Падма скажет, окей, хорошо, иди ко мне, я помогу. То есть в самом начале Гуру Вайшнавы, они пинают наше ложное эго. Единственное ваше имущество в вашей жизни — это ложное эго. У вас нет других имуществ, нет другого имущества. И это имущество Гуру Вайшнава они хотят уничтожить. И когда вот это вот здание, хрупкое здание ложного эго будет разрушено, то Вайшнавы, они примут вас. Эти слова произнесла Кунти Деви. Кунти Деви сказала, никто не может получить твой даршан, никто не может получить твою милость, потому что они живут в здании ложного эго, в комнате, в квартире ложного эго. Как же они могут получить твой даршан? И это здание, оно есть четыре несущие колонны. Джанмайшваря Шута Шри. Был один Махарадж из Америки, он принял инициацию у одного Махараджа, и саньяса он взял, может быть, у Шридхара Махараджа. И он был ученым. И однажды я опоздал. Обычно я пунктуален всегда, но в тот день было очень много пробок на дороге, на дорогах. Я отправился во Вриндаван, и дороги были узкие, столько много машин было, в общем, я опоздал. Тогда он мне сказал, ты опоздал, я американец, ты знаешь это? Он меня хотел оскорбить, что я индус, а он американец. Но я тогда удивился очень, он же саньяси, а говорит, что он американец. То есть как же он может... Я не хочу его оскорбить, но как можно добиться успеха в баджане, если есть такие представления? Если кто-то говорит, я саду, я саньяси, я столько всего добился, у меня столько много денег, это означает, что на самом деле такая личность, она проиграла. Амбариш Махарадж, у него нет ложного эго. Юдиштхира Махараджа, у них нет ложного эго. И мы видим их жизни. Амбариш Махарадж, Юдиштхира Махарадж, у них нет личностных каких-то желаний. Прохлад Махарадж, никакого ложного эго. Они делают, совершают свою деятельность. Даже факт того, что они короли, это только для того, чтобы удовлетворить Кришну. Они стали королями только для того, чтобы удовлетворить Кришну, не для чего-то другого. И вот почему это очень сложно. Кунти Деви говорит, «Джанма Айшварья Шрута Шри». Джанма — это значит происхождение в аристократической семье. Айшварья — это богатство. Шрута — значит образование. Шри — значит красота. И все вот эти вот четыре Джанма, Айшварья, Шрута, Шри — это основная причина существования вашего ложного эго. Здание вашего ложного эго, оно основывается на вот этих вот столпах. И поэтому, когда Гуру Вайшнавы появляются в вашей жизни, они первым делом, они разрушают эти колонны.
разрушает ваше ложное эго. И тогда здание уничтожается, здание ложного эго. И это, таким образом ученик может принять истинное прибежище у лотосной стопы Гурудева. Не то, что я себе что-то там сохраню, и тем не менее приму прибежище у Гурудева. Нет, если вы лицемеры, вы будете наказаны. Я не знаю ваше положение, где вы находитесь, но где бы вы ни были, может быть, вы какой-то большой ачарья, вы можете пасть по причине ложного эго. Не только общение с женщинами является причиной падения. Люди не понимают, что такое Гаудия Даршин, что такое философия Гаудий, не знают, что такое Гаудия Мат, не знают, что такое апракрита идеализм Гаудия Матхан, и они отправляются проповедовать. Для начала нужно установиться в абсолютной истине. Прабхупада, он много раз об этом говорил, и в последующие дни в картику будем об этом говорить. То есть Джанма Айшварья Шрута Шри — это четыре колонны, на которых основывается ваше ложное эго. И поэтому гуру хотят уничтожить эти четыре колонны. Иногда так случается, что вы предались лотосным стопам вашего Гурудева, но вы не поняли, не осознали его положение до конца, и Гурудев ушел уже, и тогда вам нужно обратиться к Шикшагуру, и тогда Шикшагуру поможет вам избавиться от всех сомнений. Иногда так случается. Одни преданные меня спросили, один преданный меня спросил: «О, Махарадж, Гуру Махарадж, когда он был на этой планете, я не понял его личность. У меня было огромное ложное эго, и я был лицемером. Но сейчас, слушая такую харикатху, я понимаю, я хочу исправиться. Как мне исправиться? Гурудев ушел из этого мира. Как я могу попросить у него прощения?» И я тогда ответил: «Гурудев, он никуда не ушел. Садгуру, он существует вечно. Может быть, внешне вы не можете его увидеть, но он существует вечно, в том случае, если это садгуру». Прабхупада говорит, что садгуру, его сварупа вечно находится в нитьядаме. То есть он может просто скрыться с наших глаз. В общем, в том случае, когда гуру Вайшнав ушел из этого материального мира, мы знаем такую Сиддханту Вичару, нам нужно найти, нам нужно понять его желание, которое не исполнилось. Например, вы совершили оскорбление какого-то Вайшнава, и его уже нет в этом мире. И вы тогда, вам нужно найти, что же он хотел, этот вайшнав, и что же он, ему не получилось закончить, какое служение. Например, один Махарадж, он хотел напечатать одну книгу. Есть один Махарадж в Матуре, и он взял Харинаму Прабхупады и Дикша Мантра у кого-то другого, не могу назвать имя, не хочу критиковать никого. В общем-то, этот вот Махарадж, он был нескинчен. И я тоже, у меня было ни гроша. И он сказал мне, что я мог с ним там где-то жить. И к тому моменту я уже вернулся сюда, в Майяпур, потому что вайшнавы сказали мне, что совершать севу. Гуру Махарадж сказал тебе совершать вани севу. А кто же мог мне помочь? Сказал я. В итоге
Мне помогли найти комнату маленькую, я начал постепенно совершать севу. В общем, я, когда я был там, я предложил мои поклоны Бутешверу, и потом там было, было божество Ганеша, большая виграха, нашли ее под землей. И, в общем, Махарадж тот, он уже оставил мир, а его ученик, он жил там. В общем, я в тот момент я начал парикраму. То есть я предложил поклоны Бутешверу и потом пошел туда. Его имя Чоталалас, если я правильно поняла. И Махарадж сказал: «О, Махарадж, сегодня ночью я увидел Гурудева во сне. Гурудев явился во сне и сказал: Чотелал, Чотелал, я хотел опубликовать ту книгу, но у меня не получилось. Ты подходящая личность, пожалуйста, опубликуй эту книжку». То есть у меня не было денег, у него не было денег. Как мы могли опубликовать эту книжку? И тогда тот Махарадж сказал: «Смотри, у меня есть деньги». Гуру Махарадж, он оставил для этого служения деньги. И, в общем, я тоже ему сказала, что если у меня получится достать где-то какие-то деньги, я тоже дам на это служение. И также Сатья Говинда Махарадж, он хотел опубликовать эту книгу, если я правильно поняла. В общем, вам нужно понять, чего хотел тот вайшнав, которого нет уже в этом мире, и вам нужно помочь воплотить в жизнь его задумку, его желание. И вам нужно петь киртан каждый день Вриндавана Васиджата. В этом киртане говорится, предлагаются поклоны всем вайшнавам из всех дам. Вам нужно всегда молиться гуру вайшнавам и просить прощения. Вам нужно всегда воспевать панчататву. Панчататва меня не может, меня никогда не сможет простить. Нет, это невозможно, это абсурд. Вы можете находиться в любом состоянии, в таком падшем состоянии, как Джагай Мадай. Неважно, панчататва всегда простит. Всегда воспеваете панчататву. Когда вы работаете, когда вы ходите за покупками и так далее, всегда воспевайте панчататву, харинам, и очень скоро вы очиститесь. И возвращаясь к Вьясадеве Госвами, он увидел Бхагавана и Майю позади Бхагавана. Рупа Госвами написал о редкости Бхагавад Даршана. Когда Прабхупада отправился получить даршан своего Гуру Падмы, Гуру Кишор Дас Бабджар Мараджа, он увидел, что Гуру Падма совершал баджан, и тогда он посмотрел на его лотосные стопы, откуда излучалось сияние, как солнечное сияние. Прабхупада сказал, что он практически ослеп, он не мог ничего другого видеть. И это апракрита Гуру Даршан. Гуру Дева — это не какая-то материалистическая личность. О, Гуру Дев, он как я. Нет, это неправильный даршан. В Картикврату вам нужно постоянно воспевать, петь эти киртаны перед Харикатхой, пойте эти киртаны. Минимум вот эти два киртана. Если у вас нет времени спеть и Нитьянанды, и Гуранги, тогда пойте для обоих. Например, Нитай Гуранам, Нандерадам, или, если я правильно поняла, Гуранга Болите Хоби. Нитай Гуранам, Анандерадам, Тейжана.
По идти всегда для Гуранги Нитьянанды. Сегодня вы пели киртан на Ротам Такуре, он для Горнитая. После чего вы можете петь другие киртаны. Пойте Дамодар Врата Киртан на Мамишвара. Пойте этот киртан с утра перед Харикатхой. В 12 часов и вечером вы можете петь Дамодара Аштака. Также Кришна Дева Бавантам Ванде. Кришна Дева Бавантам Ванде. Хари Дева Бавантам Ванде. Ядяпи Шамади Шубидирапи Пашат. Натабо Накаграмаричи. Идами Чами Нишаммата Бачуто. Тадапи Кипад Бхуто Бихичи. Кришна Дева Бавантам Ванде. Хари Дева Бавантам Ванде. Ядяпи Шамади Шубидирапи Пашат. Ядяпи Самадишу Видирапи Пашьяти. Брахма, он медитирует, Шанкар медитирует на то, чтобы получить даршан Бхагавана. Они не могут видеть Бхагавана. Если как-то по какой-то удаче иногда на секундочку они увидят Бхагавана, когда Бхагаван доволен ими, он дает свой даршан на секундочку, и потом он исчезает. Попробуйте в своей жизни. Вы думаете, что я вам какую-то философию фальшивую рассказываю? Нет, я вам рассказываю всегда вещи практические. Прям вот как ты совершаешь научные исследования. Эти научные исследования, они материальные, потому что они под руководством Майи. Не обижайся. Но это научное исследование, оно духовное. Оно самое что ни на есть научное. Вьясадева увидел лотосные стопы Бхагавана, и позади Бхагавана он увидел Майадеви с опущенной головой. После чего что сказал Вьясадева Госвами? Джая значит женский род. Джая значит Майя-деви. Майя-деви, что находится позади Бхагавана. Джая значит посредством Майя-деви. Это третий падеж. Майя-деви гипнотизирует весь мир. Знаете, большие маги, они могут показать вам представление, где они отрезают головы людям, но на самом деле они ничего не отрезают. У нас в Индии самые величайшие маги. И также Индия — это страна на первом месте по поводу науки, математики и так далее. Сейчас другие страны заявляют, что они на первом месте. В общем, был один большой маг, и у него было представление, и он на него опоздал на час, и все стали ругаться. Как же так, ты пришел, ты опоздал, на час позже ты пришел. И тогда маг сказал, я не опоздал, посмотрите на свои часы. И тогда все посмотрели на часы, и часы показывали 4, несмотря на то, что было уже 5 часов. То есть он применил свою магию. То есть если какой-то материальный маг может вас водить за нос, что тогда говорить о самой Майя-деви? Она настолько велика, никто не может бросить ей вызов. Бхагаван говорит, никто не может освободиться от Майи.
Те, кто предаются моим лотосным стопам, они могут освободиться от влияния Майи. Мама моя дуратая, это непостижимо, нам невозможно освободиться от Майи. Но тем не менее, мы можем освободиться от Майи. Каким образом? Те, кто предадутся моим лотосным стопам, они с легкостью победят Майю. О, что это значит? Я не вижу Бхагавана. Как я могу ему предаться? Глупцы, это значит, что нужно предаться лотосным стопам его чистых преданных. Предаться лотосным стопам, этот пункт, он выполнен, когда вы предаетесь лотосным стопам гуру вайшнавов. Прям как в математике, есть условия какие-то, да, две линии, если они одна под одним углом, другая под другим углом, значит, они пересекутся в этой точке. Так все работает с точностью математической. Те, кто полностью находится в анугате гуру вайшнавов, они могут освободиться от майи с легкостью. Дживатма, она чинмой, трансцендентная. Чит. Бхагаван, он сат-чит-ананда. Сат-чит-ананда. И также джива, она сат-чит-ананда. Вы не можете этого осознать. Джива, она очень маленькая частичка. Бхагаван Бибу, он бесконечный, но джива, она очень маленькая. То есть, но они качественно равны, но количественно нет. Поэтому это абсолютно возможно достигнуть лотосные стопы Бхагавана. Если вы чинмой, Бхагаван чинмой, почему нельзя достигнуть Бхагавана? То есть такой вопрос нам нужно задать. Почему я получаю? Почему я могу достигнуть лотосной стопы Бхагавана? Это абсурдный вопрос. Вопрос, который вам следует задать, это почему бы мне и не достичь лотосной стопы Бхагавана? Я Сачитананда, Бхагаван Сачитананда. По какой причине я не могу получить его лотосные стопы? Единственная причина — это майя. Майя, она вас покрывает. Но вы попробуйте освободиться от майи. С завтрашнего дня начинается Картика Врата. Но перед Картик Вратой Бхагаван сейчас отдыхает, но его отдых, он не как наш отдых. Когда отдыхаем мы в тамасе. Наш сон — это тама. Но когда спит Бхагаван, это не тама. Бхагаван, он концентрируется на йога-майю. Кажется, что Бхагаван спит. Наш сон — это тамагуна. Наш сон, он не благостный. Ну, в смысле, ничего хорошего в нашем сне нет. Но когда Бхагаван спит, он концентрируется на йога-майе. Чатусан, Риши Муни, Навайагендра, они все молятся лотосным стопам Бхагавана, когда Бхагаван отдыхает. Где Бхагаван отдыхает? Бхагаван отдыхает в Молочном океане, Кхирасагар. И Муни Риши, они предлагают свои молитвы. This way is called big explanation. Big explanation one prayer by Rishi. Это молитва Риши Муни, чтобы ее объяснить.
потребуются года. Там столько концентрированного знания запаковано в эти молитвы. Муни Риши, они молятся: «О, Бхагаван, пожалуйста, убери эту занавеску Майи, позволь нам увидеть тебя. Нас не получается, мы не в состоянии тебя увидеть. Мы хотим увидеть твои лотосные стопы, но все, что мы видим, это Майя». Аджам значит чагал, коза. Чагал. Убери завесу Майи, пожалуйста. Майя создает нам проблемы. Постоянно создает нам проблемы. По ее вине мы не можем видеть ничего. Майя — это нереальность, но что мы видим? Мы видим семью, детей, работу. О, Махараш говорит какие-то глупости. Нет, Махараш не говорит глупости. Майя — это нереальность, но вы не можете от нее освободиться. Вы не можете избавиться от нее, это невозможно. Вот почему Бхагаван, он дает нам разные враты. Чатурмасья, Пурушотам врата, Картик врата и так далее. Разные врата. Таким образом, у нас не будет возможности посмотреть на Майю. Бхагаван, он хочет создать такие условия нам. Но мы, что мы хотим? Мы хотим наслаждаться независимостью, которую мы получаем у Майи. Мы хотим наслаждаться свободой Майи, но Бхагаван хочет дать нам истинную свободу, но она мне нравится. О, Харикатха, так сложно, и надо просыпаться в 4 утра, и это не ешь, и туда не ходи, это не делай. Не-не, мы хотим жить спокойно, расслабленно. Вы можете так думать. В начале баджан, он очень тяжел, но если вы привыкнете, вы поймете, ария — это нектар. В Бхагавадгите Бхагаван говорит, то, что дает вам наслаждение в самом начале, в конце оно вам даст яд. Но то, что кажется ядом в начале, в конце окажется нектаром. О, зимой мне нужно просыпаться в 4 утра, мыться, садиться, баджан совершать. Это же какой-то садизм, мазохизм, издевательство. То есть вначале вам прям не по себе. Вначале очень тяжело. Но Бхагаван говорит, что сначала вам нравится наслаждаться материальной жизнью, вам кажется, что материальная жизнь — это амрита, нектар. Но эта материальная жизнь вас вбросит в океан страданий. Но если вы, у вас получится следовать всем правилам, то в конечном итоге вы получите нектар. Много раз я вам эту шлоку читал. Удавджи Махарадж. Удавджи Махарадж спросил у Кришны, кто поистине умен? Столько много людей заявляют, что они умны, разумны. И Бхагаван ответил в этой шлоке. Тот является поистине разумным среди всех людей. Тот является истинным философом, разумной личностью, которая стремится к реальности. Тот, кто думает, о, жизнь, она всего лишь на 2 дня. Вчера я родился, вчера я игрался с своими маленькими дружками, а потом я женился. И жизнь проходит как ветер. Я помню, когда я был ребенком, я игрался постоянно, а сейчас я уже взрослый. И жизнь, она проходит как ветер дует. Попробуйте поразмышлять. Постарайтесь за день побыть наедине с собой. Сядьте в одиночестве, поставьте фотографии Гуру Варги перед собой.
читайте джапу, харинам и размышляйте над вашей, над вашим существованием, подумайте. И это все. То есть в чем реальность? Это все реальность или есть что-то больше? Прабхупада, он постоянно нам говорил, также написал брошюру «Истина реальная и кажущаяся». Он нам указал, вы бежите куда-то, но смотрите, жизнь ваша, она всего лишь на 2 дня. Бхактинат Такур написал столько много киртанов. Вы не можете их понять, они на Бенгале. В шастрах написано, мы обязаны совершать Чатурмасья Врату. Чатурмасья Врата, она не только для вайшнавов, нет. Чатурмасья Врата, она для всех. Даже те, кто смарта брахманы, брахманы, кармаканди, брахманы, даже им следует совершать Чатурмасью Врату. Но они, конечно же, думают немного по-другому. Смарта, сахаджия, кармаканди, у них у всех, они все должны совершать Чатурмасью Врату. Не следуя Чатурмасья Врати, никто не может достигнуть совершенства карми, гьяни, майявади, никто. Это все знают. Но, конечно же, все вот эти представители разных направлений, они думают по-разному, то есть у них мысли разные, подход разный. И 4 сампрадаи, может быть, в них есть какие-то различия, но мы, гаудия, у нас нет никаких второстепенных устремлений. Мы хотим бхакти, и все. Мы знаем, что в материальном мире деньги делают деньги, но мы знаем, что в духовном мире бхакти дает бхакти. Зачем мы совершаем бхакти? Чтобы получить бхакти, и сейчас нет времени у меня объяснить значение бхакти. Аня Билласита Шунямко, это шлоку. Кешава Госвами Мараш, он расстроился по духовным образом. Он жаловался. Ну, не как мы жаловался, а в трансцендентном настроении. В общем, он сказал, что люди в настоящие дни не следуют Чатурмасье Врати. Но вы не знаете, что это просто мы обязаны следовать Чатурмасье. Потому что если дживы не будут совершать Чатурмасье, они будут наказаны. Они будут крутиться в этой самсаре навечно. Чатурмасья Врата не означает, что нужно не есть помидоры и фасоль и другие какие-то продукты. Нет, хорошо, нам нужно избегать какие-то продукты. И в первый месяц Чатурмасе вообще, как же так, нельзя есть зелень. А во второй месяц нельзя есть йогурт, а в третий молоко. Сколько проблем, сколько ограничений мы можем на себя наложить. Это же все невозможно, но вам придется всему этому следовать, потому что без этого дживы никогда не освободятся от майи. Что уж говорить о получении бхакти. Чатурмасья врата, Пурушоттам врата, вы обязаны следовать эти враты, совершать, соблюдать эти врата. Потому что это своего рода техника. Соблюдая эти враты, постепенно у вас получится освободиться от майи. Постепенно. Постепенно вы освободитесь.
вы не найдете Чатурмасья врат в списке 64 видов духовных практик. Среди 64 видов бхакти мы не находим следование Чатурмасья Врати, но информация о Чатурмасья Врати находится в разных пуранах. Я уже обо всем этом поговорил. В разных писаниях говорится о Чатурмасья Врати. И в 64 видах бхакти там также есть следование Экадаши Врати. В общем, Пурушоттам Врата, Чатурмасья Врата, Картик Врата, они все одобрены. И при помощи соблюдения Чатурмасья Враты мы сможем освободиться от майи. И не только это, мы, что уже говорить, мы сможем получить бхакти, мы сможем получить Бхагавана. Всего лишь одного месяца Пурушоттам или месяца Картикам достаточно, чтобы получить лотосные стопы Бхагавана, если он будет нами удовлетворен. То есть в чем заключается смысл всех этих врат? Чтобы контролировать ваше какое-то поведение своеобразное. Все эти ограничения, они существуют для того, чтобы вас контролировать ваше поведение сумбурное. В шестой песне Бхагавата написано, как все дживы живут жизнь сумбурным образом. Вайкунта Паршиды, которые явились, чтобы взять Аджамилу, и Ямарадж, то есть там было обсуждение этих всех вещей. Бхагаван снисходит в форме Чайтанья Бхагаваты, он является в форме Чайтанья Чаритамриты, в форме Шримад Бхагавата, в форме Пуран, Веды, Веданты. Но Веды, они немного... в них сложно разобраться. Бхагаван сам говорит, я дал Веды для всех подряд, но в конечном итоге я хотел дать знания о себе. И результат изучения всех Вед — это Бхагаван. Но в Ведах также все есть разные наставления для разных джив на разных уровнях, то есть разные Бхагаван, он контролирует, например, в Чатурмасе нельзя фасоль и так далее. Но результат следования всем вратам — это получение Кришнапремы. Кришнапремы — это самое огромное богатство, которое только существует во всех мирах. Цель всех шастр — это привести нас к Кришнапреме. Не ешь это, не ешь то. Хорошо, вы должны помнить обо всем этом без проблем, но... Вы должны помнить, что вам нужно занять себя в Нама-Санкиртане. Помните, Гуранга Махапрабху — это Верховный Господь. Он явился в форме саду. Джагадананда Пандит, он написал, что в Каликале, во времена Каликалы очень сложно найти истинного саду. В общем, Чайтанья Махапрабху, он принял одежды саньяси. Но ты же Бхагаван. Нет, нет, не называйте меня Бхагаваном, я в саду. И в Чайтанья Аштаками вы видите. Вы поете Чайтанья Аштаку. Бхагаван принимает форму саду, чтобы нас
наставить. Поэтому все, что он делает, нам нужно следовать этому. Чайтанья, почитайте Чайтанья Чаритамриту, Чайтанья Бхагавату, там все есть детали, все подробности. Кави Карнапурна написал произведение Мурари, написал записки Мурари Гупта. И там вы можете почитать все подробности. Махапрабху, он нам показал, вы должны следовать таким образом. Он показал нам, как следовать Экадаши, Двадаши, Джанмасами, все показал. И вы можете увидеть, что Махапрабху во время своего путешествия по Южной Индии, он соблюдал Чатурмасию. Когда он добрался до Шрирангам, там он встретил Венкатбату и Тирумал Бату. И они его попросили: «О Прабу, Чатурмасия начинается, почему бы тебе не остановиться у нас на эти 4 месяца?» «Окей, хорошо». Тогда Махапрабху остановился в их доме на 4 месяца, и он совершал нам Санкиртан Ягью. И он говорил Харикатху, совершал Санкиртан в Ранганатха Мандире. И нам нужно следовать его примеру. Чайтанья Махапрабху нам все показал. Я вам могу показать. Есть 2 Нараджи Махараджа. Один Садан Сидда, другой Нитья Сидда. Нитья Сидда Нараджи, он существует вечно. А другой Садан Сидда, он получил сидхи путем саданы. А сейчас вам сложно это понять. Нараджи Махарадж, он рассказал свою историю Вьясадеве Госвами. Он сказал: когда я был ребенком, в нашу деревню зашли саду, и они увидели, что там было много фруктовых деревьев, озеро, и, в общем, все было, место было подходящим для того, чтобы провести чатурмасию. Поэтому саду они приняли такое решение соблюдать чатурмасию врата там. И Нараджи получил возможность общения с саду. Он слушал их харикатху, он ел их учишта-прасад. И таким образом, сказал Нараджи Махарадж, мое сердце очистилось. Я вам обещаю, достаточно всего лишь одной Пурушоттама Враты, Картика Враты. Я вам обещаю, но вы должны следовать Прабхупаде. Одной Картика Враты более чем достаточно. Одна Картика Врата, одна Чатурмасия Врата более чем достаточно. Что говорить об освобождении? Освобождение — это всего какая-то ерунда, это начальная ступенька. Вы сможете получить Кришнапрему. Вы должны следовать Чатурмасию Врату, Картик Врату, преисполненный энтузиазма. Вы можете следовать Картик Врату в любой стране, в Америке, в России, в Германии и так далее. Но в Писании говорится, что чатурмасию нужно проводить в даме. Но, по крайней мере, на картику вы должны приехать в даму. Я не говорю вам на чатурмасию, иначе вы оставите семью, работу, разрушите всю свою жизнь. И обвините Шамбабу. Но, по крайней мере, на Картик Врату вам следует приехать в даму. И когда вы находитесь в даме, вы можете случайно натолкнуться на пылинку со лотосных стоп Нитьянанды, Гуранги, Шривас, Пандита и так далее. Потому что, может быть, они история, то есть они все ушли столетия назад, но пыль-то она осталась, и кто знает, может быть, вы натолкнетесь на одну пылинку с их лотосных стоп. Есть столько много правил и ограничений в месяц картика.
вы можете пообещать принять прасад раз в день. Кто-то может сказать: «О, я буду спать всего 4 часа и воспевать один лак харинама». Сегодня вам нужно пообещать, сделать это обещание, и с завтрашнего дня вам нужно всему следовать. И вам нужно кушать, вкушать прасад, очень благостный рис, йогурт, сабджи, вот прям как он делает. Он каждый день варит кичери, у него нет времени на что-то другое. Все время одно и то же готовит. И все то, что запрещено, оно запрещено для того, чтобы вы помнили всегда о Бхагаване. О, я не могу это поесть. Вам нужно всегда памятовать о Бхагаване. О, это мне нельзя, туда мне нельзя. Потому что ум обусловленной души, он разбросан в разные места. Одна частичка на работе, другая частичка в Америке. Вам нужно собрать в кучу свой ум и поместить его в одно место, по крайней мере, на месяц картика. И таким образом у вас получится контролировать ум, и после чего станет возможным совершать харибаджан. Самый главный момент — это постоянно воспевать харинам садкиртан, быть постоянно в контакте с саду. Бхактин Такур пишет в киртане: Махапрабху нам показал, что нужно находиться в обществе вайшнавов каждое мгновение, воспевать харинам каждое мгновение. Я вам объясню некоторые лилы, которые случились в Нилачал Даме. Но вы должны должны набраться терпения и меня благословить, чтобы Бхагаван дал возможность говорить харикатху. Поэтому совершайте киртан Ядьяпи Самадишу, Кришнадева Бхавантам Ванде, Намамишварам. Вы приходите и сразу же начинайте киртан, не задерживайтесь, иначе мне потом тоже придется задержаться. И сегодня я начал со шлоки. И я вам объясню эту шлоку завтра. Сегодня нет времени больше.